Власти австралийского штата Квинсленд часто отчитываются о том, как проходят рабочие дни тех, кто выполняет важные для региона задачи. Например, в Facebook правительства вполне могут появиться дорожные рабочие. Так и получилось недавно с аккаунтом Департамента транспорта и магистралей. История началась с того, что рабочие начали ремонтировать туннель Йимбун на железной дороге Брисбен-Вэлли. Когда они сняли первый слой настенного покрытия, они увидели подозрительный комок. Комок этот внезапно начал шевелиться, поэтому мысли о том, что это просто плесень, быстро пропали. Немного напуганные и удивленные строители сделали фотографию чего-то неизведанного и отправили начальству, чтобы узнать, как действовать. Так она и оказалась в сети. Подписчики быстро догадались, что на снимке запечатлены микроботы. Так называются крошечные летучие мышки, которые являются важными для Австралии эндемиками. Их длина не превышает 16 сантиметров. Микроботы абсолютно безопасны для человека и питаются насекомыми. Теперь власти Квинсленда думают, как переместить мышек в безопасное место и продолжить стройку так, чтобы они не пострадали и чувствовали себя хорошо.